Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупский трегух. А мне семечек. А мне. Знакомо ли вам чувство вот этого, ребятки? Когда идешь такой крутой домой, но все равно не можешь устоять перед сытной кормилицей. Так и у меня произошло. Знакомо это вам чувство, ребятушечки, когда из-за кормилицы мне вовсе не устоять, у ребятки, и я деру ее, как гиена. Всем здравствуйте, в этом видосе вы увидите, как я расхищаю мусорные баки. Вы обязательно поставите лайк, я знаю, потому что помойка кормит, ребятки. Всем приятного просмотра, ребятки. Большая книга, почему я деру помойки. Вот это вам вопрос, ребятушечки, пишите об этом в комментариях. Ребятки, первая кормилица. Место тут такое, так себе по находкам. Редко тут. Опа! Редко, но метко. Я говорю, редко, когда тут что-то бывает. И оп, походу робот-пылесос. Давайте смотреть вот здесь. Ну да. Так, док-станция для зарядки. И робот-пылесосик. Сегодня историческое событие. Каждое воскресенье я буду подводить здесь итоги недели. Интересные звездные гости, невероятные музыкальные решения и куча всего, что я для вас приготовил. Хорошее шоу! Опа! Здоровается с нами, ребятки. Разговаривает он. Видите? Так, робот-пылесос, BBK, бак для мусора. А ну, работает. Так, нажал включить. Возможно, сдохший аккумулятор. Кстати, робот-пылесос моющий, даже с тряпочкой в комплекте. Целый абсолютно. Обычно их выкидывают, роботы-пылесосы, потому что сдохший аккумулятор. Это у нас робот-пылесос BBK, на Авито стоит такой вот столько. В принципе, неплохо. Поставлю в гараже на зарядку, проверю, если работает, подснимем это, покажем. Ну, ништяк, главное, что он в комплекте с док-станцией. Но я думаю, 1500 я на нем заработаю по-любому, если он рабочий, конечно. Загородная кормилица здесь, и я тоже тут. Я возлагаю очень большие надежды на этот бак. О. Это игрательная хуйня. О, проводок. О! О! Ебать! Тамайкас, ребятки, тамайкас, вон, или гло, глошечка. Оу май! Я ж говорю, что я загородные кормилицы люблю. Пошите смотреть быстрее, чтобы там пакете. Погнали быстрее, ребят. Коробка, я сейчас буду разрывать вынос с хаты на этой коробке. Тут, походу, техники много всякой. О, чуть-чуть жижи. Жижа для вейпа, ребят. Чуть-чуть. А ну, чем пахнет? Грейпфрутики? О, еще. Тут тоже много жижи. Почти полная бутылка. Ребят, почти полная бутылка. Не, это ананасики. Ананасики, вон. Холодок, ананас, манго. Обалдеть, две жижи. Дальше. Чехольчик для айфонов. Вот такие два. Для промаксов. Прикинь, заряженная даже. Видно, светится. На Type-C, ребят. На Type-C, рабочая глошка. Вообще как новая с виду. Так, дальше. О, телефоны. Там еще айкос. Духи! Охренеть! Давайте айкос посмотрим, ребят. Айкос. Оно работает? Не горит. Наверное, севший. Ребят, айкос. Не, он севший. Но внутри вот эта штучка целая там. Пимпочка. Обалдеть. Айкос, ребят, нашел. Тоже на Type-C. Вообще новый. Капец, мажоры дают. Так, дальше смотрим. Что за телефоны? Так, первый телефон. А, он без экрана или что? А, у него платы нет там внутри, походу. А ну, он в чехле, смотрите. Так это чисто экран от телефона с чехлом. Без платы, без ничего. С него даже снять нечего. Но
Ну, никто это не купит. Ну, похер. Может, на барахолке да и возьмут. Еще один телефон. Ребят, Сонька! Это Sony. Телефон Sony. У меня был такой. Ребят, это Sony Z1 вроде бы. У меня был такой 27 мегапикселей камера. Обалденный просто телефон. У него камера просто шикарная. Флешек нет. Ну, пробую включить. Включится. О, завибрировал. О, да ну нахер. Обалдеть, он даже включается. Я в шоке, блядь. Че люди тут только не выкинут? Так, что тут еще? Но сахар, карамель. Со вкусом клюквы. Конфетки, ребят. Пачка конфеток. Так, телефон включается. О, светится. О, еще на iPhone чехольчик для Pro Max. О, очички, очечки. От бренда Furlux. Так, ребят, думаю и смотрю на него. Когда он там включится уже, долго загружается. Тут даже бумажные салфетки Зева есть. Обалдеть, целая пачка. Это я жопу вытирать буду. Так, что тут еще? Духи. Эклат называется. Эклат. Женские, походу. А ну, чем пахнут? Ну, такое. О, что-то он пикнул. Тесно. Вот, скорее всего, сенсор нерабочий, потому что экран битый. У меня была такая Сонька, и когда у нее битый экран, сенсор не работает. Выключение уже идет. Он, короче, севший. Ребят, неплохо довольно-таки. Такую мобилу можно продать, я думаю, 1000 за 2, за 3 вообще спокойно продастся. Айка с иглой, это за 1000 рублей можно продать. Это никто не купит. Жижу для вейпа я оставлю себе. Так, что тут еще есть? Volkswagen Group. Какая-то штука. Полная бутылка. Volkswagen Group. Для машины Volkswagen. Интересно. Что тут еще есть? О, Victoria's Secret Love. Парфюмерная вода. Туалетная. Не, вот это пахнет приятно. Victoria's Secret, это дорогой вообще бренд. Блин, почему тут стикеры не выкинули еще вместо с Айкосом игло? Вот какая-то фигня непонятная. Целая. Крем какой-то. Зажигалка рабочая. О, витаминки. Бальзам для губ с депантенолом. Капец, обожаю такие выносы с хаты. С техникой. Да блин, что оно в дырку в эту влилось? Блин? Привет, ребят. Чем вы занимаетесь? Дерем мусорные баки. Я самый главный расхититель мусорных баков в России. Да. Знаете? Штрем. Это я. 2 миллиона подписчиков. Очень рад. Прекрати съемку потом. Почему? Я не хочу, чтобы он меня снимал. Он меня снимает? Он меня снимает. Меня? Можете уйти с камеры. Поставь на палец. А может, здесь мусор? Могу. А вы хотите нам запретить мусорки? Правильно? Для чего вообще? Кто там лазит? Вот, посмотрите. Обувь, одежда. Мы это продаем на барахолке. Кормилица в ребенке. Вот она, вот. О, нифига, тут для кошака какая-то штука. Вон, смотрите. Вон какая-то штука для кошака лежит. Это домик для кота. У меня кота в гараже нет, крыса только завелась. Я если клетку для крысы найду, я возьму. А, вот тут капуста и все. О, нифига себе. Это что такое? Обалдеть, она рабочая. Посмотрите, какая зажигалка крутая. Спички. Как коробок спичек. Автогенка рабочая. А, надо заправить. Газ уже закончился. Прямо на глазах. Вот это надо мне. Надо мне. О, ребятки, кусочек сала. Кусочек сала неплохой. Пахнет свежий. О, нифига себе, смотри. Че я нарыл? Найки. А. Так они кушать хотят. Кушать хотят. Вон еще найки. А, не, это скропа. 43-й размер. Не, они подубиты, их не купят, походу. Блин, я уже порадовался так. О, нифига себе. Ребят, фляжка какая для бухлишка, зацените. Рассветка градиент. Целая. Я это положу в сюрприз-бокс. Зубная паста сплат. Ну, тут осталось еще примерно пол тюбика. Это я буду зубы чистить в ребятки. Помоечка дарит белые зубы. О, это стрейч-пленка для кухни запечатанная. Это на продажу.
О, нифига! Я думал, это подик. А это топовая одноразка. Зацените. Шака. Одноразка от бренда Шака. Вот такая красивая. Ну, попробуем. Нифига себе, она встыривает ребятки. Я как раз свой подик в гараже забыл. Сейчас буду курить. Помойка накуривает. А вам не советую. Это 18+. Домик кошачий. На меня тут кое-что смотрит. Смотрите. На меня сквозь пакет она смотрит. А что это такое? Посмотрите, что нашел. Куколку. Женщину. О, какой-то странный провод нашел. Интересно, никогда такого не видел, такого провода. Что это за провод такой? Но он, кстати, обрезан на две части. Нафиг он нужен. Идем на следующую помойку. Здесь вот этот крючок нашел и все. О! Походу шмотки, ребят. Опа, сюда. Вынос с хаты. B3S, женский бомбер, типа. И что, все женское? О, толстовка. Тоже женская, широкая. Не надо. О, белые штанишки. Вот эти на меня пойдут. Но по помойкам в них не полазишь, потому что они светлые. Тоже оставлю. Я не люблю светлое. А, ну тут еще и вот пиджак. Села S. Ну вот это, кстати, может купят. Так он целый вообще. Вот это еще ладно. Вот это еще можно взять. Вместе с пакетом Валбери. Черевички. Черевички. Женские. Вот. Черевички. Так, вот эти кроссовочки целые. А, подошва треснутая. Не купят. Опа. Что это такое? А, фотоальбом. Весь потресканный. В принципе, он целый. Можно забрать на продажу. Рублей за 50 купят на рынке его. Так, опа, еще одни локоцаки или лапки. Только они вообще целые. Пятки целые. Вот это купят рублей за 100. Вот это я заберу. Это все от мусорных баков реакция. Брюса Ли. Опа. Пахнет вам находками или нет? Мне чуть-чуть припахивает. Да, чуть-чуть реально. О, я в шоке, ребят. Посмотрите, что в этих коробках. Как вы думаете, что там находится? Здрасте. Здрасте, меня проводите. А почему? Мы покушать ищем, вам жалко, что ли? Эй, уроды, кричит, сейчас получите. Темным, жалко. Вон, я всего лишь ящик печенья с помойки хочу забрать. И все. Давайте я попробую. Обалдеть, ребят. Посмотрите, целый ящик. Охренеть. Так это, блин, песочное. Так оно свежайшее. Я не понимаю, почему такое выкинули. Оно свежайшее. Это, наверное, кричал этот дворник местный. Ему жалко. Не хочет он делиться. Сейчас придет и будет драка за печенье на помойке. О, он нас снимает. Да, он смотрит. Обалденное печенье. Нормально, штаны я нашел теплые. А то мои вот эти черные уже все грязные. У меня пакет техники. Ой-ой-ой-ой. Охренеть, это ножки. Обалдеть, пульты. Ребят, пульты. Тебе приставка МТС с сим-картой. Старый Wi-Fi роутер TP-Link. Ребят, вот это все, что тут находится, продастся рублей за 500. Эти пульты даже на рынке покупают. И ножки эти купят. Тут комплект, много ножек. Вот. Надо это все перекинуть. Вот, смотрите, раз пульт, два пульт, три пульт. TV-приставочка. Вот это все провода от этого. Я это прям так забираю. О,
А вот это уже вообще новая TV-приставка, тоже с симкой, зацените МТС. Стоит такая TV-приставка вот столько на Авито, а их здесь две штуки. Вот и считайте, как помоечка дарит мне прибыль. Ну все, я думаю, надо уходить отсюда, пока тут нам не пришли бить ебальники. Ребят, только подъехали к помоечке, я уже вижу припаркованного в ней журавля. Вот такой журавль деревянный, припаркованный. Так что помоечка жилая, в ней живет журавль. Опа, техника. Что это у нас? Кофеварочка, ребятки, кофеварочка. Вот, целая. Скорее всего, рабочая, старая. Такую рублей за 200, за 300 на барахолке купят. Ребят, давайте осмотрим. О! Опа! Adidas рюкзак. Может, даже оригинальный. Ну, тут молнии жопа, а так он целый. Целый рюкзак адидасовский вот такой. Я такой заберу. Кубик Рубик какой интересный. Вот эта тема, вот это деду надо, ребятки. Вот этот кубичек-рубичек я заберу обязательно. Сразу в кармашек положу, потому что эта тема очень полезная. Ну, для меня, как для мужчины. Вот такая сахарница есть. Целая. Такую за 100 рублей купят. Салфетница. И вот непонятная клетка. Не знаю, для чего она. Но тоже заберу, купят. Вот это я вообще без понятия, что это такое. Какая-то плетка, походу. А, так я понял, что тут было. Плетка, вот эти БДСМ, короче, вот это вот все тут было. Вот наручники. Вот наручники, это поводок, наручники. Это шлепало, ребят, по сраке бить. Может, еще что-то тут имеется из вот этого подобного. А, ну, конечно, вон еще какой-то поводок. Кляп, ребят, кляп для рта. Так, пакет с какими-то вещами уже висит. Что тут для меня оставили? Свитерок. Ну да. Old Venture. Теплый свитерок на зиму такой. Горлышком. Ништяк. На продажу беру мужской. Мне не надо. Опа. Игрушечки всякие, я смотрю тут. А, вот это слайм. Нет, это не купят. Ну, вот это, кстати. Да. Счастье в дом приносим. Да. Счастье в дом приносит. Домовенок Кузя с помоечки, ребятки. Как вы думаете, вот именно такой Кузя с помойки счастье в дом принесет или только разлад? Ой-ой-ой-ой, ребят, что я нашел? Представляете, что выкидывают? Даже такое. Забираю. Ну, вот игрушка чистая, тоже заберу. Едем дальше в ребятки. Ребят, мы на помойке, я кое-что нашел. Вы видели хоть раз такое? Это что за разработка? Илон Маск бы позавидовал бы такому. Это, скорее всего, для детей развивать мелкую моторику. Такое приспособление вот, с трубкой, с телефоном. Обалдеть, даже ключ есть, вот, можно ключ поворачивать, прикольная штука, здесь всякие выключатели, лампочки, во, обалдеть, вот это прикольная хрень, тут, смотри, руки можно засовывать в эту дырку, обалдеть, так, что-то я в коробке нашел, ребят, обалдеть, это глюкометр и аирподсы. Походу оригинальные, старые. Сейчас Black View какие-то новые, но не оригинальные. Хотя бы не оригинальные, но уже хорошо. Зато новые. О, смазочка для пениса, полбутылки. Это мне надо вот такое вот. Подошел вот я к очередной кормилице. Корм. Корм для крысы. Ребят, корм крысиный. И всякие штучки вот. У меня ж крыса есть. Ребят, у меня крыса есть в гараже. И тут целый контейнер корма для крысы. Обалдеть. Это я обязательно заберу. А вот и клетка. Клетка хомяка. Тут хомяк, видимо, жил. Но потом чувствую я, есть такие мысли, что он помер. О, какие-то пирожки в фольге или что это.
хлеб. Хлеб чесночный, ребят. Обалдеть, он еще с соусом. А, это сметана. Хлеб топовый. Обалдеть. Беру. О, медный кабель. А что это там будет? О, зацените, что нашел. Фен. Если рабочий, за пару соток продам. Как вы думаете, почему я сижу у ребятки? А все потому, что помойка кормит, и я решил устроить привал. В этом пакете находится какой-то хлеб и какие-то белые вот соусы. Это, видимо, к этому хлебу. Вот, хлеб чесночный. Я его уже попробовал. Мне он очень понравился. И сейчас я уже хочу полноценно его отведать. Он очень пахнет чесночком. Вот он из пекарни. Сметанка вот эта, видимо, к этому хлебу или что это. Да вроде свежая. Просто посмотрите, как он на солнышке играет, этот хлебушек. А я очень люблю чесночный хлеб, тем более бесплатно. Кстати, вот эту клетку я заберу для своей крыски. Я дно уберу, а вот эту верхушку ей прицеплю к ее клетке. И будет клетка двухэтажная у крысы. То есть квадратов у нее станет больше, и клетка станет больше. Ну, вообще балдеж, ребят, обалденно. Обожаю помоечку, потому что она подкармливает иногда вот так очень вкусно. Вкуснятина. А ты, хейтер, не завидуй мне, потому что ты тоже голодный. Но ты, броди, голодный, ибо меня помойка кормит. А ты нюхай бибу. Ни один хейтер мой не выжил бы на помойках. Он бы обосрался бы, не смог он поесть мусорного бака. Потому что для него бы это было нереспектно. Друзья бы его захейтили, там, обосрали бы и не дружили бы с ним. А со мной все дружат. Потому что я ничего не стесняюсь. Вот как я живу, так мне и по кайфу. Ребят, сегодня второй день того, как я добываю находки на помойках. И аллилуйя, сегодня со мной Дима. Да. Дим, почему ты со мной не лутался по помойкам? Во-первых, транспорт по переломам. Во-вторых, чуть-чуть гаишников тут стремаюсь после одного инцидента. Ну, у Димы, да, бывает. Смотри, Дим, вот. Кровь какая-то. Тут тупо вынос топовый. Ебануться, бабло это мое, там реальное бабло. Ой, не кидайся, аккуратно. Покажи бабло. Там реально тупо. Деньги нашел, покажи. Я. Сколько? Охуеть. Покажи, стой, покажи. Смотрите, на камеру. Ребят, просто на ровном месте. 250 рублей. Охренеть, ребят, помойка дарит деньги. Покажи, вот реально вот, настоящие. Настоящие бабки, грязные, правда, в скотче. Так, а там еще там, прям вот так заберу, подожди, дай. Кошелек, ты проверил все, там кэшбэк еще, на. Ай, вынос. Ребят, смазочка для пениса. Кентюрик, ребят, кентик. Там сигарета одна. Надо. Кентик. Кентюрик. Ну и полная мыльно-рыльного. Дюрекс. Да что ты мне вот свое смотри. Оу, щит. Ребят, я уже стал кизару, на помойках поднялся у ребятки. Да. О! Рабочая. Оу, дэм, щит. Щит, дэм, мазафака, щит, гэдэм, как дэмэс. Мазафака, о, щит. О, дай цепь, это рэп. Окей, let's go, man. What the fuck is going on, man? Shit, yo, bitch. Stupid motherfucker, girl, bears. О, помада. А, нифига помада какая. Охуеть. На, помаду, гигиеническую. Дим, помада гигиеническая. Гигиеническая. Ребят, я охуел, Дима клубок ниток потащил за собой. Люди в шоке, короче. Я тоже, помойка кормит. О, Дима орбит забыл. Вот мячик Торнео. Ребят, это для скейтборда.
Вон, ты чё, дебил? Вон, смотри, это, Дим. Это, рабочая ой, Жига Биг чёрная, эксклюзивная. Ножнички. А, не поломаны. Кинь в коробку, Дим, кинь так. В коробку. Дим, на, похаваешь. Это сырник. Дай я хоть залутаю. Я тебе всё отдам. О, для маркерной доски. О, это точилка для карандашей. Ребят, точилка для карандашей в комплекте. Вообще новая. Что, вынос? Тихо! Стой, я знаю. Ой, ты что, дурак, там иголка, аккуратно. Я смотри, как оно работает. Покажи вот на камеру. Смотри. Так, она вот как-то проделывается там внутри. Ой-ой-ой, смотри, у меня что? Нет, ты сюда руки не сунь. Фен. А, плоечка. Стой. Коробку давай под находки. Вот, все закидывай. Вот, сюда пока. Ребят, дезодорант. Вот эта игрушечка. Ребят, плойка, утюжок для волос. Невея. Пена. Чуть-чуть. Аркамен. Гель для бритья. Резервуар со спермой. Обалдеть. Дим, лови. Окей, let's go. Я читаю рэп, потому что я крутой. На помойке я роюсь вместе с тобой. Что-то ты мне базаришь, это все бибо. Все потому, что помоечка дарит стиль, и это красиво. Срать я не знаю, где ему срать, потому что здесь негде. Я не хочу еще срать. А? Я еще не хочу срать. Ты же до этого сказал, что хочешь. Нет. Как камеру увидел, сразу перехотел. Срать я не хотел. Посру я попозже дома. О, вот ради чего я целый пакет разодрал. Ради него. О, ради орешков. Ух ты как. О, а вот и первые шлепетки в этой кормилице. Я ж говорил, что помойка дарит рэп, ребят. Я теперь как 50 Cent. Кензи цинди кензи ща. Дим, Дим. Это анальная пробка. Надо тебе? Oh shit, man. Let's go. Еду на кормилицу. Я рэпер под ником Августин. Ребятки, сидим не грустим, качаемся под этот хит. Помоечка кормит, я как Айболит. Залезу в бак, пошрудю, что-нибудь найду. Йоу, это рэп. Оу, щит, бро, я сейчас разорву эту сучку на кусочки. А есть что мне разрывать? Вот, бутылка мочи. А может это сок? Йоу, да let's go, отведай моих носок. Так это йоу, респект компот. Я въебу его как оборот. Оу, щит, мэн. Не грустим. Мой ник хрустим. Дима решил залутать этот бак прям как орангутанг. Дима прям сейчас на моих глазах залутает носки. Они с ним близки. Йоу. Точнее не Дима, а залутаю их я. Потому что у меня есть головка от хуя. А там где я, есть всегда колбаса. Слышь, парень, я не самса. О, так это, ну, аминокислоты, протеины для раскачевки мышц. Помойка дарит мышечную массу. И колбасу. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ам-ням-ням. Ам-ням-ням-ням-ням. Дим, хочешь?